Сейчас с удовольствием буду рассказывать про свой любимый продукт. Это запеченная бронзирующая пудра Luxury Sun of Egypt. Удобная упаковка с зеркальцем, что позволяет вам сразу, не имея большого зеркала, сделать макияж. А в чем принципиальное отличие вообще этого продукта от скульптора, какого-то матового скульптора? Запеченная бронзирующая пудра позволяет вам сделать многократное наслоение, то есть вы можете добиться яркого, четкого такого светового пятна, да, на лице, создавая скулу, например, либо тонкую такую вуаль легкого загара просто придать лицу. И если вы хотите в своем макияже добиться именно вот этого эффекта отдохнувшего лица, загорелой кожи, даже если вы очень светленькая, так как в линейке есть два оттенка, какао и терракот, так вот какао, он настолько универсальный в своем использовании, что даже на фарфоровой коже он выглядит очень натурально и достойно. То есть он не будет создавать каких-то темных пятен на лице. А если вы хотите усилить эффект, придать какой-то глубины больше, да, например, вот в скуловой зоне, то вы можете просто наслоением этого добиться. Очень красивый оттенок, и какао, и терракот. Терракот лучше для девочек загорелых, да, кто в принципе посмуглее, либо вернулся с отдыхом. Продукт делает кожу такой холеной, вот именно отдохнувшей, и ну, дорогая кожа просто выглядит вот с этим продуктом. Очень его люблю и с огромным удовольствием и уверенностью рекомендую вам его именно в профессиональном использовании, так как в своих работах я очень часто его использую. Бронзер я рекомендую наносить пушистой кисточкой. И наносить вы его можете как по тональному крему, так и по припудренной коже. Это достаточно удобно, если вы любите естественный финиш и не хотите перегружать кожу, то вы можете сразу воспользоваться этой бронзирующей пудрой и вернуть лицу какие-то светосиневую коррекцию, возобновить, скажем так, после тонального крема. Вот, также и уже по припудренной коже он тоже будет хорошо ложиться. Но я хочу заострить ваше внимание, что если вы хотите добиться интенсивного цвета, то вам нужно наслоить продукт, так как он ложится тонко и легко. И в этом, в принципе, особенность запеченных продуктов, не только бронзирующих пудр, но и румян и так далее. Все они требуют наслоения для интенсивности цвета. И данная пудра изготовлена в Италии, обращаю ваше внимание, по спецзаказу фирмы Хен.